Приветствую вас, друзья! В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о крутой возможности принять участие в пресейле NFT токенов из разрабатываемой сейчас метавселенной и Play to Earn игры, которая в скором времени должна будет очень мощно выстрелить. Называется данная игра Axis Metaverse. У меня на канале уже выходил ее обзор, но для тех, кто пропустил, кратко напомню, что Axis Metaverse — это play-to-earn метавселенная, которая в данный момент разрабатывается на основе уже успешно функционирующей игры Axis.io. Игра уже более 2 лет доступна на смартфонах, и сейчас в нее играет несколько сотен тысяч человек. Занимается разработкой Axis Metaverse компания Azure Gaming, один из крупнейших мировых издателей мобильных игр, который имеет в своем портфолио более 100 игр, суммарная аудитория которых превышает 2 миллиарда игроков. В 2022 году простая мобильная игра Axis превратится в полноценную метавселенную, где пользователи будут полностью владеть своими игровыми персонажами, предметами и даже землями в формате NFT на Binance Smart Chain. Игроки в Axis Metaverse смогут сражаться как друг с другом, так и против искусственного интеллекта во множестве различных режимов. Проходить сюжетную кампанию, выполнять квесты, продвигаться по таблице лидеров и, конечно же, зарабатывать. Получать прибыль в Axis Metaverse можно будет в виде сезонных наград, стейкинга и фарминга токенов Axis и NFT токенов, а также от сдачи в аренду и торговли своими NFT. Собственно, про NFT токены от Axis Metaverse я бы и хотел более подробно рассказать вам в моем сегодняшнем видео. Их в игре будет очень много. Во-первых, это ленды, виртуальные земли метавселенной Axis. Во-вторых, внутриигровые предметы. И в-третьих, персонажи. Согласно лору Axis Metaverse, персонажи будут представлены 7 различными расами. Это люди, эльфы, орки, энты, нежить, призраки и мехи. Представители каждой расы будут обитать в собственном виртуальном мире. Расы и миры будут вводиться в игру постепенно, расширяя ее лор и двигая вперед сюжет. Помимо рас, персонажи будут отличаться классами. Это варвар, маг, рыцарь, стрелок и разбойник. А также у любого персонажа в Axis Metaverse будет и свой уровень редкости. 69% будут обычными, 25% редкими, 5% эпическими и 1% легендарными. И разумеется, что общее число NFT персонажей ограничено. Точное число неизвестно, но по крайней мере я могу предположить, что NFT представителей расы людей в игре Axis Metaverse будет всего 18 тысяч штук. И распространяться они будут через сундуки, содержащие в себе по 4 случайных персонажа. Итого всего будет иметься 4500 сундуков. 1000 будет распределена среди партнеров Axis Metaverse и внутри игровых гильдий. 500 будет предназначено для маркетинга и розыгрышей среди комьюнити. А 3000 NFT персонажей можно будет приобрести в ходе пресейла, который уже совсем скоро состоится на официальном сайте Axis Metaverse. В данный момент идет подготовка к пресейлу. Команда формирует белый список, в котором планируется собрать 9500 человек, допущенных до распродажи. Вайтлистинг происходит в несколько этапов, и сейчас команда уже собрала более 4000 пользователей. Запись в белый список открыта, и окончательной даты закрытия нет. Чтобы записаться в него, нужно всего лишь выполнить простейшую кампанию на Glem, суть которой заключается в подписке на социальные сети Axis Metaverse, такие как Discord, Twitter, Instagram и Telegram. Также дополнительно нужно будет сделать один ретвит и ввести в специальное поле на Glem адрес своего Binance Smart Chain кошелька. После этого в день пресейла нужно будет лишь перейти на сайт Axis Metaverse и оплатить покупку сундука с NFT за 250 BUSD. Причем за один раз можно будет купить не более 4 сундуков. Актуальную ссылку на текущий раунд вайтлистинга вы сможете найти в социальных сетях Axis Metaverse по ссылке в описании. Также в них скоро будет объявлена и дата проведения пресейла.
Однако, если вам не повезет поучаствовать в пресейле NFT персонажей, то не отчаивайтесь. В следующем году команда Axis Metaverse проведет и другие раунды продажи NFT, а также у них планируется IDO распродажа собственного игрового токена. Поэтому обязательно подписывайтесь на социальные сети Axis Metaverse, чтобы не пропустить важных анонсов о сейле. И также подписывайтесь на мой канал, ведь в будущем я буду и дальше освещать события этой крутейшей игры. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам и профита. Пока-пока.